This is Rey Mysterio. He come to us from San Diego. Всем привет, дорогие друзья. С вами группа GT, дизайн администраторов Денис. И в честь Rey Mysterio в предзаказе W2K19 я сейчас на него сыграю в W2K15. Почему там трон лорда Стивена Регала, я не знаю. Видимо, это моя старая сохранка, куда я заливал новый трон Беррета. Потому что выход другой. В общем, как вы видите, идет крик Уэйт Беррет, плохие новости Беррет. Или же несколько кавычек. То есть не кавычек, пардон. В общем, что я хотел сказать. Я поставил Железный Человек матч противники Рэя Bad News Barrett, так как у нас Bad News Barrett последний соперник Рэя на ринге в WWE в одиночных матчах, замечу, именно в одиночных, это его последний соперник, когда он ему проиграл достаточно быстром таком полусквоше. Давай, Рэй, here comes Mysterio. Опа. Надеюсь, он выход поменяет, этот выход из девятой уже настолько устарел. Взял его стандартная тирка, у него тут две тирки, вторая у него тирка была с Ро после Money in the Bank 2011 года, если я не ошибаюсь. English, поехали. Я Мистерию тут мувсет немножко потеребенькал, думаю, будет хорошо. Чего, полчаса? Серьезно? Полчаса? Получасовой ранвен матч за Рэя Мистерию? Это что такое? Капец. Получасовой матч за Рэй Мистерио, Iron Man. Да, это, видимо, я же когда-то тут в настройках менял через программку для изменения этих показателей и докрутил до получаса. Охренеть. Жесть, конечно. Ну ладно, поиграем мы сейчас так, полчаса. Мы видим, что Рэй пока немножко доминейтед. Прыгает с флешем, мимо денег. А давайте мы не будем играть и полчаса, потому что это очень долго, на самом деле. Я не знаю, будет интересно играть полчаса на такие 15. Думаю, я сыграю. Ну, давайте минут 15, то есть получаса до где-то до, ну, до 15 минут. Да, до 15 минут доиграю. Как раз таки вот стандартный 15-минутный матч, который тут по умолчанию, поэтому. Да. Так, мы видим, что пока что Беррет доминирует. Надеюсь, кто-то заработает очки до конца этого времени. Так, Рэй Мистерио, да, молодец, пытаемся Power Elbow. Графика в 15-й, конечно, очень хорошая, на самом деле. По-моему, возможно, в некоторых аспектах лучше 18-й. Ну, серьезно, ребят, ну реально, тут они с графикой постарались. Только с геймплеем не очень эти отголоски пасгена. Так, Рэй дропкик в коленка, нет, в коленку, то есть. Блин, да, тут у меня, вспомнил, у меня тут сохранки остались еще со времен, когда я на ПК тут играл, моды ставил. Главное, что, блин, модов-то самих нет, ни музыки, ни тронов, блин, ничего. А вот сохранка осталась со всеми этими моими изменениями матчей, со всеми изменениями тронов, мувсетов, кстати, тоже. Поэтому как-то так, так, пока Рэй у нас, не скажу, что доминирует, но вот проводит. Сокербол-кик. В 15-й части тут есть некоторые такие неплохие приемы, которые он поставил, но, к сожалению, тут нет многих приемов, которые есть 17-й и 18-й, которые тоже бы ему подошли. Это плохо. Таунты его вот эти старые классические. Латино Рэй в честь Эдди Герреро, спайнбастер by Уэйт Беррет. Пиздец. Видимо, Англия сегодня победит. Так. Начистка рыла. Время что-то долго вообще идет. Так, Мистерио, что у нас получает? Да, Inverted Suplex. От плохих новостей Беррета. Блин, этот стомп тут дурацкий. Одни и те же реверсы, так. Так, Рэйушка, давай. Так, за руку держим, держим. И спрингборд, Хурикан Рана. Так, 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 Рэй. Нет. Дропкик. Нет. Ариш Вип. Рэй. Да, начались эти глюки. Ту фест, и меня Беррет вообще выкидывает, да, в Мексику. Правил. Блин, даже покрытие красиво смотрится. Возможно, это из-за сглаживания, которое я настроил в игре. Хрен знает. Но реально, график тут, ну, приятная глазу. Очень приятная. Лишь я той же 16-й, тут графон приятный. Очень. Я, конечно, не граф, а фапер. Но приятно, приятно.
Блин, Russian Leg Sweep. Неплохо. Так, каунер сунер. Секс. Рэй. Да, Бочер. Так, Рэй на канате. Сан-Диего. Калифорния и Мистерио. О май гад, Беррет! Буллхэммер! Буллхэммер от Беррета. Ой, какая тут полоска убогая. Капец. Да. Сам обосрался, в итоге тут вырываться вообще сложно. Я забыл эту систему. Кстати, тут вейкап-таунтов никаких нету. Какие тогда могли быть вейкап-таунты, а, Фоткова? От Рэя. Да, какие тогда могли быть вейкап-таунты вообще, а? Так, давай, Рэй. Бульдог. Нет, тут Бадди. Выходишь на одно, получается другое, да? Ай, элбоудроп от Рэя. Так. Беррет! Опа! Wasteland! Фу. Не помню, как это у него называется, а, по-моему, ветер перемен. Блин, как боты тут любят стомпить, это капец. Стомпа-бот. Так. Рэй. Sunset Flip, который добавили в этой части специально для него. Отлично. Раз, два, три. Нет. Смотрите, комментарий сказал, что 5 минут осталось. Это странно, это, наверное, конечно. Глюк. Рэй Мистерио. Я из Сан-Диего. Так, отлично. Я так понимаю, нет смысла на него прыгать, потому что он реверснет. Вот это дропкик классный, друзья. Жалко, его из игры убрали. Правда, он, конечно, женский немножечко. Но нормально. Он, по-моему, и жили в трансе стоял, если я не ошибаюсь. Но вообще прикольно вполне. Хорошая анимация. Так. Good night. Что, реально до 20 минут будем играть? Что судья такую фигню сморозил? Бэм! Файда Манчева Буллхэммер мог быть сейчас. Но Рэй реверсирует, уворачивается так. Мимо денег. Когда ты на предзаказе. Вот, подходи, подходи, подходи. Я тебя сейчас на канат положу. Как Рэй-то где? Вот. Вот это уже Рэй Мистерио. Рэй. Так, обосрался у нас Рэй. Вот. Рэй. Here comes the code of San Diego. 6-1-9 от Рэя. И сплэш, да. Да, тут комментатор вообще дауна не называют приемы. Опять вырвался Уэйт. Беррет, странно. Кстати, в свое время этот слона должен был быть ручным, но что-то у них не сошлось, и он остался таким же, блин, автоматическим. Надеюсь, в 19 он будет ручным. Имею в виду, что он делает этот сам удар ногой, потом остается на канатах, и ты сам уже решаешь, как прыгнуть. С апрона, спрингбордом, с турбакла. Это было бы классно, потому что, блин, вот этот вот мануал, он бы зашел с этим SX619, и вот это... Автоматическая херня. Так, Рэй проигрывает, это, конечно, плохо, блин. Что меня сейчас бурят проведет, да? Тыщ. Ух, коленкой поддых, ну ты вообще оборзел. Блин, когда я вообще тут полчаса выкручивал? Так, Рэй вырвался. Блин, опять ползает, как мексиканская лепешка тортилью. Я что, еще экстрим рулс, что ли? Да, я еще этот экстрим рулс, видимо, настраивал. Ого. Я вообще про это забыл. Блин, я сейчас обосрался. И Рэй Мистерио! Дай, Мистерио идет убивать, но с ним это актуально, кстати. Так, Кол, ты уже тогда что-то знал, что Мистерио убьет рестлера? Так. Так, раз, два, три, 1-1. 1-1. Пропускает Англия от Мексики. Лол. Так. Так. Чуть ничего не получается. Да, я же до конца не буду играть. Точно. Ох ты! Бро, байслэм. Тусайд слэм. Ну вообще жопа. Не система кикаутов, а задница орангутанга, блин. Так. Код Сан-Диего не получился. Получился код оф Раша. Что ж, не зашло нифига. Так, пошла эта система. Контратак. Файтер from Manchester. Как глупая фраза. Немецкий суплекс от файтера из Манчестера. Лол. Так.
Все печально пока у Рэя. Очень печально. Не может он подняться, он поднимается. Да япона, мать! Ну отстань ты! Fire from Manchester. Че, Wasteland, что ли? Нет. Breaker. Так, практически 10 минут идет матч, а кажется, как будто он идет вечность. Потому что тут вообще время долго идет. Ладно. Я же до 2 очков вроде как играю, да? И по идее Беррет уже их набрал. Если я не ошибаюсь. Ну ладно, ладно. Блин. Сигна не получилось. Воу. Да чё ты не бьешь? Так, дропкик в коленку от Рэюшки. Опа! Мистер Middle Kicks, прикольный сигнатур. Очень классный. Жалко, вырезали. Раз, два, три, два-два. Да японский катер! С английским акцентом, блин! Ферет! ДДТ? Нет. Так, там вроде стол можно взять, да? Давайте возьмем стол. Есть у меня небольшие идейки, фикс. Нет, я не помню, чтобы стандартный ВВЕ, тут было 30 минут и без дисквалификации. Видимо, все-таки этот Iron Man настраивал, когда играл на ПК в свое время. Видимо, его настроил. Кстати, уже на брата-то никак не восстановить, по-моему. Так. What you gonna do when I come for you, oh, Ларел, Ларел. Блин, опасно прыгать, он реверснет. Да по-любому реверснет, но я сейчас попытаюсь подождать, пока он встанет. Вставай. Как тут ударить, чтобы положить? Вот, да. Вот это мне так раньше нравилось, вот эта аркадная херня. Так. Быстрее, Рэй. Быстрее, фанаты ждут. Господи, быстрее, ну! Ну! Чё это как старик из мексиканского буррито? Нет! Все, хана, Рэю. Можно тут прощаться жизнью. Карьера, это будет сейчас суперплекс от Уэйда. На стол, да? Да, все, жопа. С персом, о май гад! Отлично, хороший суперплекс. И Беррет идет на удержание. Ну выгнать! Yes, выгнал. Блин, я так понял, мне со сплэшем сейчас вообще страшно проводить, что что. Нет, вот это уже Wasteland, да. Wait, man, it's going to win. Блин. What's it? Булхэма. Жесть, тут кикауты, а. Смотрите, как легко очки набираются. О, так. Блин. Так. И пэм, суплекс от Беррета, и Беррет погибает. Погибает Беррет. Рейта тоже, кстати, погибает. Но кто раньше встает, тому наливают. Блин, сейчас еще один Булхама и баст карапузики. Нет, не будет Булхама. И Сансен Флип от Рэя зато будет, да? Вот такой вот с прокруточкой, удержанием. Отлично. Раз, два, три. Нет, тут вообще легко что-то боты. Подойди, подойди, подойди. Сейчас подлестишь там, как это делал Рэй. Во. Во-во-во. Открываем код Сан-Диего. Блин, бочи. Бочи. Вот, все, надо было вот тут встать, видимо. И 6-1-9. Есть. Connected. Раз, два, нам еще пару минут драться, кстати, вырвался. Мы же решили до 15 минут играть и потом закончить матч. Мистерио, прокрутка, отлично. Очередные фишки Рэя подъехали. Так. Надо их тянуть, другие фишки сделать. Я себе. Я уже забыл, что боты так любили раньше делать. Не, я в этой игре не смогу вырваться, видимо, никогда. Так, во-во-во-во. Эрик, you know you feel that. Давай, Мистерио, Дайвинг Сплэш. Обычно такое после 6-1-9 надо делать.
I mean, this man is a rocket coming off the ropes or turnbuckles. He'll knock Good God. He may get the three count right here. Отпустить. Посмотрите, какой умный бот. Нет. Блин, я просрал камбэк. Нет, не просрал. Блин. Ну быстрее. Есть. Получилось. Так, смотрим. Кстати, осталось практически минута. Единичка. Двойка. И я просрал. Spinebuster by Wade Barrett. Delete. Absolute. Ох, oh, come on! Вот это жопа! Это Булхэммер с подготовкой! Охуеть! Просто труп. Нет, раньше я с такой хорошо вырывался. Время прошло. И все. С этого теперь, блядь, для меня эта система уже стала просто, ну, какой-то неизведанной платформой вселенной это. Ну, нереально с такой сейчас мне вырваться, не знаю почему. Эта система для меня уже не камильфо. Вообще не камильфо. Кстати, у нас время закончилось, поэтому, по сути, я сейчас должен ставить паузу и заканчивать матч. Вот даже оружие можно было забрасывать, я это тоже не помню. Но я хочу пробовать хоть одно очко сейчас отыграть. Спайнбастер от Беррета в удержание. Пиздец, я его не выиграл с такой легкой полоски, но тут уже мой косяк. Тут я обычно вырывался в начале матча. Так. Рэй знает, что делать. Сейчас я одно очко отыграю, ребята, и закончу видео, как я и говорил. Так. Frog Splash, отлично. Молодец, Рэй, раз, два, три, отыграл. Может быть, еще и второй отыграть следом. Так, серьезно, вот с этого я что-то в шоке, что Рэй такое умеет. Там это стандартный прием, давайте. Похоронной короной, да. Отличный кик, давай, кавер. Раз, раз, два, три. Все, отлично. И, пожалуй, можно еще, наверное, сделать сплэш. Нет, наверное, уже ничего. Хотя вот сейчас можно даже и что-то сделать. Блин, меня просто убивает. Так. Блин, хочется закончить уже. Ой, еле вырвался. Блин, опять этот B-O-W Backbreaker. Так, что имеют меня друзья на видео из 18. Так, ну, во, сейчас пробую сплэш сделать. Главное, чтобы ему стыд не дали. Сейчас наполовину наберет и все, и поймает меня. Блин, он вообще поднимается. Давай, вставай. Жив, блин. Годы идут, а Мистерио попадает в Wasteland, пустошь. Yes, попал в более сложную полоску. Блин, пора уже закончить, мне уже... я же говорю, на 15 минут закончу. Блин, еще один 6-1-9, и я закончу. Точно, еще один 6-1-9. Биту взял. Блин, вот это было бы красиво, если бы толк от этого был. Как они тут быстро встают, это капец. Посмотрите, крутится, вертится и... Мистерио! Рэй, давай! Мистерия, во-во-во-во-во-во-во. Code of San Diego. Code of fucking San Diego. Мистерия, 6-1-9 и сплэш. Все. Делит. Раз, два. Повтор. Два, три. Все. Все, друзья. Рэй отыгрался, и на этом, я думаю, мы закончим видео. Ох ты, Булхэммер чуть не получил. И получил. Давайте Беррету уже дадим выиграть, потому что я получил Булхэма. Да, ну легкая же полоска. Так, все. Все, вот тут я точно заканчиваю, потому что я что-то уже разыгрался, вроде бы. Думал, 15 минут будет матч, а тут какого-то хрена такие долгие матчи. Видимо, что-то все время подкрутил. С вами был Денис, группа AGT. Ну, мы что-нибудь еще по 15 запишу. Всем пока-пока.